Утром проснулись сегодня и видим, что здесь делается. Это пипец. Это собаки так могут делать. Мими, ты наработалась, натрудилась, да? А теперь будешь отдыхать. Целую ночь занималась. Ага. Что, не нравится что-то? Уже вечер. Были заморозки, у нас много рассады пропало. И вот Вита пересаживает. Сегодня ездили, докупали рассаду. И вот вся в трудах. Ну как, успехи? Что-то досадило? Называется Сизифов труд. Да, вот это, именно. Это когда камень толкаешь в гору, а он тебя потом догоняет. Так и мы. Все помёрзло. Заморозило всю рассаду. Все это посадило. А теперь... Успешно. А теперь успешно пересаживаю. Вот именно. Я тебе говорил. С успехом. Не стоит этим заниматься. Это неблагодарный труд. Дешевле купить на базаре. Дешевле. Ну, хочется, чтобы свое что-то хоть чуть-чуть было. Я же... Не гектар здесь засаживаю. Ну, понятно. Буквально все. Маленькую грядочку. Никто же не виноват, что в этом году так погода закрутила с нами. У нас там орехи. Вот, кстати, я не показывал, покажу. Все черные стоят. Это один орех. Вот второй орех. Не будет вишни. Не будет абрикос. Круто. Шелковица. Вон совсем, если видно... Вон шелковица. Да, он черная. Она, конечно, не очень такая мелкая, но очень сладкая. Тоже не будет. Чего? Вишни нет? Яблонь нет? Ничего нету. Ничего нет. Ну, ископаемых нет, воды нет. Земля населена роботами. Да. Планета населена роботами. Это какой мультик, как назывался? Планета Шелезяка. Шелезяка, да, это еще с детства. Я помню, такой мультик смотрел. Ну вот так. Так что день уже у нас. День заканчивается, так что, Вита, закругляйся. Пошли поливать, пойдешь. А что, насос надо запускать? Нет, ведро. А что я хотел сказать, неделя аж прошла, надо же посмотреть наш заработок. А, точно. Да, на кешбэри. Ну, давай польем и пойдем, пойдешь потом смотреть. Да. Что ты там наработал? Я наработал. Ну это да, оно, оно само наработало. Вита еще там поливает, а я ушел все-таки проверить кешбэри. Что сегодня у нас? Офигеть! 13 тысяч рублей. Там у меня за неделю тогда никогда такого не было. Во как пошла статистика. Вложено, инвестировано 50 и сейчас уже 27. За 5 недель я половину денег уже выявил. Ну что, выводим. Что там? Да офигеть! Набежало 13 тысяч рублей. Такого еще никогда не было. Так, выбираем валюту. Рубли. На балансе у нас 13 387, ну выводим 13 300, правильно ввел, вроде правильно. Так, секретный код я всегда забываю, сейчас я его введу. Отлично, вывод денег успешно заказан. Ну что, через денечек, я думаю, эти деньги я получу. Это неплохая пенсия для меня. Сирень уже отцветает. Вита говорит, зато цветут ромашки. Вот какое поле ромашек. Краса какая. Опять мы продолжаем заниматься нашей стройкой, ну и другими делами на даче. Значит, как видите, опалубку я уже убрал. Бетон уже схватился.
Вот, и уже убрал, тут же гора была грунта, видите, убираю, выравниваю. Вот там еще снять надо будет. Вот это у нас будет уровень пола, вот. Так что там снимется, и с той стороны там я тоже сниму вот так грунт, и у меня не будет в грунте вообще газоблоков. То есть вот так, грунт подсыпаю вот куда. Вот сюда и увеличиваю пространство. А то у нас вот тут как бы пространства совсем немного. Дальше пошел склон. И плюс виноград, который здесь был, старый. И вот это все надо убирать. Дальше буду заказывать газобетонные блоки. И будем уже начинать строить. Это уже будет результат, как говорится, налицо. А сейчас я иду ремонтировать москвич. Опять с ним вылезла проблема. Проблема не сильная. Сальник помпы полетел. Тосол уходит, забрызгивает весь моторный отсек. Сейчас возьму инструмент, покажу. Вот сейчас и приступим на замену этого сальника. Не сальника, вот он. Это ремкомплект вот какой тут. Буду разбираться, с москвичами никогда не имел дела. Думаю, поменяем. Вот эта помпа. И отсюда он все, если тут видно, мокро. Этим тосолом залито он. И трамблер залит. И все. Вон аккумулятор там залит. Вот видите, что. Так что вот так будем менять. Тосольчик тоже купил. И еще после этого мне надо уже пора заменить масло. Ну не прошло и полтора часа, может даже и больше, как снял эту помпу. Оказывается, в москвиче она не так просто снимается, крыльчатку надо снимать, еще что-то. Но не это настолько сложно. Прикипели пару болтов, там 4, так, что я думал, просто писец. Невозможно уже. Слизывается буквально шлицы на самом болту, а он никак не откручивается. С горем пополам все-таки открутил. Думал, придется или срезать, но там не подлезешь, чтобы и срезать. Вот эта помпа. Сейчас буду смотреть, как ее разбирать. Впервые все это вижу. Ну, посмотрим. Но разбирать тоже, как вы знаете, у нас без молотка, кувалды и какой-то матери не получается. Конструкция, конечно, офигительная. Вот, похоже, вот это вот здесь у меня и проблема. Сейчас с этого ремкомплекта как бы похож. Пружина там тоже есть и вот такие штуки. Сейчас мы вот эту поменяем. А тут, в принципе, ничего. Видите, как оно все текло. Подшипники все в тосоле. И, естественно, наружу все выходило. Там он сколько срани разной. Поменяем и соберем. Если уже разобрал, назад я уже соберу. Все, насос в сборе. Вот, все, смазал. Собрал. Сейчас буду ставить. Ну вот и все. Собрал, все на место поставил. Сейчас залью тосол. Ну все круто. Нигде не течет, ничего не брызгает. Сейчас буду менять масло. Слил масло. Разобрал этот фильтр. Оказывается, здесь фильтр не цельный. Потому что у меня раньше была восьмерка, жигуленок. Там цельный фильтр выкрутил, поставил. А тут вот такой элемент. Вот я купил новенький. Сейчас это надо промыть. Там, там еще и пружинка какая-то. О, еще и пружинка. Так, ладно, разберемся. Вот, и залью сейчас вот это масло. Это полусинтетика. И все, с москвичом будет. Окей. Вот и все, с москвичом закончил. Значит, с помпой все в порядке. Ничего не брызгает. Вот я все тут вытер. Масло тоже сменил, так что как новая копейка. Не, как новый москвич. Копейка — это жигуленок.
Ну все, продолжаем дальше заниматься дачей. Привет! Сегодня у меня день загребания. Вот грибусь, и пока еще не догреб. Вот, ну, в принципе, осталось не так много, вот этот кусочек. А тут уже весь участок, все уже загребано, да. О, и он, наша Мими, на поводочке. Он когти точит, да? И еще, сегодня планировал вообще-то поехать и заказать блоки газобетон для стройки, чтобы завтра или послезавтра нам доставили сюда. Но, как оказалось по прогнозу, сегодня день вообще-то очень хороший, а завтра начинаются дожди, и послезавтра еще 3 дня вперед одни дожди. А вы же понимаете, к нам, я уже показывал, что если дождь, никто сюда не заедет. А чтобы на самом верху потом таскать, естественно, я решил не заказывать. Ну, и посвятили уборке территории. Так что тоже все в пользу. Закончатся дожди, будет нормальная погода, потом закажем блоки и начнем уже стройку. Вот так и продолжаем. Все. Вот наша клумбочка. Вита тут потихоньку досаживает. Сегодня купили не только рассаду, а и еще цветочку докупили. Еще досадила. Ну, там еще надо будет досаживать. И вот такой будет ландшафт. Тут, естественно, он облагородится. Не такие кирпичи будут. И когда все это зацветет, прирастет, будет круто. А вот у нас вот такая после обрезки получилась яблоня. Смотрите, вообще круто. В японском стиле. И вот смотрите, круто, мне нравится. Потому что остальные ветки были практически больше, чем наполовину сухие, я их посрезал. Вот такой у нас ландшафт. Хорошо сидим. У меня вот рыбка. Вот тут бутылочка пива. Рыбка просто супер. Не соленая, подкопченная. Вита пробовала. Ну, без пива. Пиво что-то не захотела. Сказала, очень хорошая. Ей понравилось. Она сейчас кофе пьет. Ты же знаешь, я пиво не люблю. А рыбка офигительная. Любуемся нашими видами. Благо, пока тепло. И уже вон там, если видно, облака собираются. Тут Мими наша гуляет тоже. Сегодня и все. Так что заходите, подписывайтесь, ставьте лайки либо дизлайки, это ваш интерес. Пишите комменты, по возможности буду отвечать, ну, на интересные, естественно. Ну а так все, пока-пока, удачи.